Три белки пришли на кормушки. Вот еще одна ходит. И где-то третья. А, вон она бежит. Идем, идем, кому орешек? Кому орешек? Подходите. Идем. Идем, идем сюда. Ну, кто первый? Идем за орешком. У них свои дела. Не ссорятся, ходят дружненько. Белка, иди сюда. Вот орешек грецкий, вкусный. Идем. Я тебе его кину на землю. Идем, идем. Ну, хочешь орешек? Держи. Смотри. Ать. Молодец. Так, а ты? Идем за орешком. Идем, идем. Идем, идем. Старая моя знакомая белка. На, бери. Да, да. Берут из рук, кормушку оставляют на потом. О, еще одна белка, четвертая пришла. Белка, идем за орешком, идем. Белка, иди, иди сюда, ты без орешка же. Не мешай другим. Подальше, а что-то ходит там, мешается другим. У этой белки ранка на бедре, но она подживает, подсыхает уже. Где-то что-то его то ли цапнули, то ли он на какой-то сучок напоролся. Ранке около 2 недель. А он пятая белка идет. Вон она. Идем, ты опоздал. Иди, иди сюда. Ну, орехов много. Идем, идем. Я тебе кину, лови. Лови, вот. Убежал. Ух. Скакун.
такая картинка. Что такое? Белк, ты все бегаешь, прячешь орех. Идем, идем за новым орехом. Вот, закопал. Идем сюда. Идем. Идем, еще орешек дам. Вкусный, грецкий. Идем, идем. На, держи. Прячет. Вот такой ельник. Ой. Тут, тут. А тебе нужен орешек? Иди сюда, белк. Свои дела. Так, тут кто-то хрустит орехом. А, вот он. Ну, как ловко он его открывает. Ой. Да, провалился в снег и испугал белку.